Так, хорошо, тут просто дохуя всего. Поэтому, ребят, давайте мы с вами начнем Day 2 и посмотрим всю эту шалупонь. Там реально дохуя получится, я думаю, где-то может часа на полтора, ну или час 20. Там просто дохуя этих крепостей вонючих. В принципе, оно однообразно, да, может надоесть. Но, как бы, парни тему говорили, что, типа, вот лучше бы показали, как будет выглядеть отхват крепости, да. Ну, как бы, вы правы, ребят, но как бы, может, просто оно не готово, да, ну, типа, альфа какая-то, или, может, они просто хотели на E3 показать просто, с чего будет, ну, игра представлять, то есть они не ожидали, что они будут показывать, как бы, дохуя всего, да. Может, они просто думали, что вот мы будем показывать захваты крепостей, там, новым людям, да, и, типа... How's E3 for you guys? Good? Типа, будем показывать вот всякую чушь. Типа, будем рассказывать там, что вот у нас сюжет, типа, Саурон, там, батл, вся фигня. Ну, как бы, может, они не ожидали, что мы хотим увидеть, типа, как будет отхват крепости, да, Саурона выглядит. Ну, как бы, вот так. Видео идет, получается... Как это видео будет состоять вообще, из чего? Это будет полностью весь геймплей со стрима, entire вообще. И потом, я думаю, там еще нашел, типа, крепость отдельно 24 минуты. Это, типа, тоже крепость, тоже для новичков на E3. Ничего. Как бы, ну зачем я буду, получается, правильно, то есть, пилить отдельный ролик, ну нахуя? We are. So, legal disclaimer. Middle Earth Shadow of War will be monitored for unauthorized House recording. Lights. By attending, you agree not to use any audio or video recording devices, including mobile phones and handheld devices, in the theater during the screening. You also consent to a physical search of your belongings in person. Anyone found using a mobile phone or other handheld device during the screening will be immediately asked to leave the theater and surrender the phone and or device used. Camcording in a theater is a felony. Audio recording devices for credentialed press are exempt from this process. We appreciate your cooperation and apologize for any inconvenience. Nice. So the legalese is out of the way. Пресса не была бы прессой, our first live stream если бы она не могла снимать. E3 2017 of Shadow of War, guys. So thank you very much for coming. Thank you very much for being on the... Я еще раз, блядь, сколько говорю, опять повторюсь. Этот хуесос, у него совершенно нет харизмы. Internet, you'd be on the internet anyways. So thank you very much for being here on the internet. My name is Matt Allen. I'm here with Ellie Knapp, and нет, today нет, we get to walk through Fort Assault in Shadow of War. So Shadow of War is a third-person action RPG set in the time between The Hobbit and the. Давайте с вами сразу договоримся. Я не буду переводить очевидные фразы, то есть то, что мы по 300 раз будем упоминать новую улучшенную систему Nemesis, то, что каждое наше действие влияет на окружение, то, что каждое наше действие влияет на уроков, то есть я не хочу это по 300 раз озвучивать, я не робот ебаный, я не повторяю эти фразы, и я думаю, вы все знаете, что Shadow of War это, блядь, как бы open world slasher, да, он это сейчас говорит, я не хочу это переводить, все, вот такие очевидные банальности, которые мы слышали, блядь, по 300 раз, я просто не хочу повторять. Fellowship of the Ring. And what's more important, at least for us, is that Shadow of War is the sequel to the award-winning Shadow of Mordor. And one of the things that made Shadow of Mordor so cool and so beloved was its nemesis system. And what that means is that every orc you interact with changes and has a chance to become something different. And so as you play through, the orcs you interact with, how they interact with each other, makes your playthrough different than everyone else's. Ну, как я We've говорю, expanded что, типа, that меняется. Here with Shadow of War. So now, not only do the orcs change, but so does the environment. So let's jump into the beating heart, not the bleeding. Просто одно слово, блядь, чтобы перевести все эти фразы. Просто два слова. Это он хвалит Немезис. Все. Very similar. Sometimes they do the same thing. This is the army screen, and at the top we see our goal today, and that's to take down our Becca. Да, кстати, пока я не забыл, давайте сразу пробежимся с вами по этим хуйням. Короче, это иммунитет, ну, ну, как бы иммунитет, допустим, к сбиваниям, да, там, к огню, вся хуйня. Это ярость. Это бонусы от племени, то есть от дикарей, от ассасинов, то есть увеличенный урон, вся хуйня. Это бонусы, имеется в виду,
то есть призыв чего-то или типа того, или укротитель говна там какого-то, да, это идет смертельная уязвимость, то есть убит от огня, убит стелсом, получается, да. Это слабости, то есть вы сами видите, типа, уязвим к зверям и уязвим к стелсу. Это чего он ошеломляется, то есть чего он, ну, как так сказать, пугается, да. Там, типа, огонь, использование льда, там, призрака, блять, это уже в ВК мне пишут. Это идут подсказки, то есть игра подсказывает, чем его лучше убивать. Все, начинаем. Look at that dude. He's been around a while. Orcs don't usually get gray beards like that, unless they're total badasses. So our Becca, the flesh picker, he has basically built up this fort and has grabbed a number of captains to be his war chiefs. And in order to get to our Becca, we're gonna have to go through all of these war chiefs. Ну, типа, чтобы добраться до Оверлорда, мы должны убить капитана. Очевидно, блядь. Luckily, with the power of the new ring, one of the cool things we're able to do is build our own army. All of the guys with the blue skulls on their heads in the lower part, those are our army. We've spent time in the open world identifying Orcs and Olocs who have pluses and weaknesses that actually augment our playstyle. Wow. You'll be able to do this too. So by breaking them down, wow, dominating them, ну это... they will now join us in battle. Блять, я все-таки посмотрю ВК, что-то важное, наверное. Так хорошо в жопу ВК там спамит один ублюдок, блять, и ну похуй, короче, похуй. Блять, ну заебал. Все в жопу, короче. Which is pretty cool. So at this point, what are you doing? Кстати, снимает это, ну, играет в геймплее вот та тёлка, которая играла на стримах. Все называют ее крутым игроком, но, блядь, как по мне, так она инвалид. Вот, в натуре инвалид просто. We may go off the rails here a bit. You gonna do it? All right. So instead of going straight into the fort assault, because these guys are pretty high level, one of the things that we're able to do here is to pull one of the war chiefs out into a confrontation mission. So normally we would just go straight into the fort assault. Типа они слишком сильны, он хочет ослабить армию, убивая вождей. Peter's in the back row. We're doing a confrontation mission, and that means we're going to pull this war chief out, take him down. These Olocs are pillars of the war chief's forces. Topple them. Get a little help from Celebrimbor. А можно затамить Олухая? Наверное, можно. Now the gameplay here in these, we've been showing a lot of the fortress assaults, which are chaotic, crazy, high unit counts. The gameplay here is very similar to the Shadow of Mordor gameplay. Да, ребят, лучше запаситесь печеньками и чаем, потому что вот поставьте на этот, на вот сейчас на паузу после того, как вы это услышали. Пойдите, возьмите себе пожрать, потому что видос будет длинным. But with all of the expanded systems that we've added to Shadow of War, dragging some new categories. In this case, she has to kill five of the Olocs as her primary mission. And she has a secondary submission of getting three aerial ranged kills. So I'll be there. Do you want to go back into Elf Vision so we can see the Olocs again? Alright, so each of those yellow guys is one of them that we need to kill. Ну типа желтых нужно убить. Oh, there's two right there. It's awesome. Ну это типа он объясняет, я типа перевожу. So by blowing up that grog barrel with a poison charge shot, she has lit all of these guys on bane fire, which does both poison and fire damage. And then she drops flies on. А, да, их можно убить по стелсу. Brutal. А вот казни он выдерживает. И пишется Shadow of Dominate, значит, можно прыгнуть на них. Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Это чё? Типа застрял в стене. Monolith Debug меню. Worlds. Narrative Side Checkpoints, Narrative Side Missions,
на Mazes Missions, Petcam, Power Social, Story State, Stronghold, All Collectibles, Combat Ops, Fort Mission, FX, Golden Path. Left trigger, hot mod. Right trigger, clip mod. Набор юного стримера, блять. Ай, блять. Хорошо, хорошо. Примерно так школьники будут стримить Shadow of War на хардкоре. Троих запиздил, двое осталось. Right now this outpost is on high alert, so letting it calm down a bit might be good. Типа, сейчас идет тревога, и лучше не высовываться. Как ты сюда залез, блядь? Они по-прежнему лупят живой щит. Кстати, вы заметили, они больше не умирают, типа, когда падают с высоты. Они раньше с камня падали и умирали, а теперь они, видишь, на ноги приземляются. Прикольно. Блять, нихуя он улетел. Чё она творит? Зачем она в них стреляет? Она же может что-то убить. Что-то как-то многовато. Голову, блядь, а не в шею. Охуенная комбинация Mystic Slayer, просто пиздец. So what Ellie's doing here, she's getting his vulnerabilities and strength, and this is how she's determining how she's gonna attack him. Я уже представляю, как я буду проходить эту игру с охуенными челленджами. Типа, ни разу не сдохнуть, не смотреть слабости капитанов. Бля, это будет клёво, клёво, клёво. Типа, не использовать стрелы, хотя это слишком тупо. Или не использовать кольцо, допустим, режим кольца. Yuri! Nah, words are stupid, let's fight! Нихуя себе, я думал, он ему сейчас руку сломает. Он чё, иммун только бьют? Он, походу, иммун до экзекьюшн, потому что он удар... когда Талион ударил его мечом, он заблокировал. Или у него скилл парирования, что очень маловероятно. Заметьте, у него стрелы, а он все равно атакует с мечом. Прикольно, это как щитовики. Я видел во второй части, щитовики одевают щиты на спину, так клево смотрится. А нет, походу, он уязвим. Ау. Гля-гля, теперь стал стрелять, нихуя себе. Ну спрячься где-то, если тебе так хуёво, это настолько криворукая. Не можешь перепиздить, блядь, 4 человек. Я помню, один против всех капитанов выходил. Багом клеймил их к одному капитану и против всех пиздился. Так клево было. Правда, подлагивало, но ничего страшного. So by dominating him, not only is he now on our side, but we've gained some health.
the more important aspect at this point in the fight. Ну, типа, он рассказывает, что если гнидит, то, типа, ты получаешь ХП. Ну и, типа, стрелы все. Shadow Strike Dominate. Вот почему он сейчас не сказал, что вот этот Shadow Dominate, да, вот этот телепорт с подчинением, почему он не сказал, что это high skill, то есть это высокоуровневый скилл, то есть он сразу недоступен, чтобы люди знали. Он плохой ведущий, он некомпетентный ведущий, ну, как бы... Ну, волхак это, конечно, тупо. Нахуя он нужен, если на карте и так все помечаются? Непонятно. Типа, чтобы капитана возвлекать. Он неуязвим к стелсу. Ты чё, ты дура тупая? Ты ж прыгала уже один раз на него. Если сейчас она снова прыгнет на него стелсом, я буду охуевать. Ну ладно. Можно и так. На самом деле убьешь вождя и разбегутся все бомжи. Что он делает? А? Типа атакует. Да нельзя на них залезать, это, блять, ну пиздец, даже я запомнил уже. Нахуя она два раза это сделала? Три раза она сделала это! Да настолько тупая! Кстати, вы заметили, в режиме лука костер зажигается сильно. Все, он сгорел, нахуй. Бля, мне так полегчало за два дня, пиздец, в натуре. The Fortress короче, крепость ослаблена. Отключились отравленные грауди. Проклятый. Опять он хвастается, типа, что уруки оставляют лут. Depending on their level and depending on your interaction with them. In this instance, Rug the Vile has dropped some Gondorian armor. Мне вот этот клинок типа сына, Талиону, нравится очень сильно. Ну, типа, прикольный такой, красивый. Реально. Типа, сломанный меч. Но он, типа, до сих пор острый, типа. Ля-ля, он испуганный такой, типа, что творится, блин? А чё все стоят, алё? Чё они все испуганы? А, вождь убежал, точно. Покажите дуэль. Я хочу посмотреть дуэль. Я знаю, как она выглядит, но я хочу посмотреть, как она выглядит во второй части. Просто там парень, типа, говорил мне, что в первой части тоже есть дуэль, что, типа, вербовка, вся хуйня. Ладно, он-то не знал просто, он, видимо, новенький на канале. Ну, бывает, бывает. So this is the fortress assault screen. And we see now, on the left-hand side, is our army. And these are the... С каждым разом их все меньше и меньше. Сейчас три, блядь. То было четыре, то теперь три. Дальше что, два вообще? It's our Becca's army. And each of his war chiefs brings an augment to this fortress. And we've actually taken the last... By taking the last one out, that's one less thing that we're going to have to deal with when dealing with this fortress. So as you approach fortresses, by taking the individual war chiefs out, it'll make the fortresses less hard to deal with. Он рассказывает, что если убить какого-то определенного вождя, то ты убираешь его бонус. Ну, это мы уже знаем. Но на всякий случай переведу, потому что найдется какой-то умник, который напишет мне потом в комментариях, типа, ха, типа, лох, нахуя ты это снимал, типа, если ты это, типа, ну, не перевел, там, ничего не объяснил. Ну, найдется такой человек, я вас уверяю, просто найдется такой человек, блядь. Который напишет, почему ты нихуя не сделал, типа, ну вот, ну, типа, новенький чел просто придет. Но поверьте мне, блядь, это жизнь, такое бывает. Нихуя себе, даже со стен газ скидывают, типа, чтобы они не залезали на стену. Клево, вот это классно. Класс, класс, класс. Давай, Грауга. Не, не надо, не надо. Хотя давай пауков. Но я бы не куп...
покупал их. Each of our war chiefs can also bring something in. So in вот this не case, покупайте этих грёбаных драугов. А вот если купить зверей и продать их? Our siege beasts are gonna be хотя здесь написано не sold, а deactivate, то есть типа ты его отключаешь, и на следующем получается, если ты пойдешь на какую-то другую крепость, типа там, не знаю, это все как бы много нюансов очень. Скорее они не перенесутся, просто ты их просто отключишь. А может и деньги вернут, я не знаю. And each of them, you want to zoom in? That's okay. Теперь их четверо. Pluses and minuses, strengths and weaknesses. This guy is going to bring one of the. He's going to. Там, по-моему, этот, чьи Александр Абдулов или Никита, по-моему, Никита сказал, что я тупанул, я тогда на АБК ответил, типа, что капитаны могут быть до 60 уровня. А этот 30-го, ну это как бы уже, да, половина прокачки, это приятно, вот так, типа. Давай начнем осаду, давай. Не против. Бля, я вот этот значок где-то видел. In association with Warner Brothers. Вот этот значок я видел в Battlefield Friends. Друзья по Battlefield. Я видел этот значок. По-моему, это хуйня мультики пилит. А может и нет. Я точно не знаю, но я точно этот значок видел в Battlefield Friends. Там появлялось перед этим. Бля, как на М. На М как-то начинается. Не помню. Вот этот парень справа вообще с огнеметом каких-то, блядь. Бля, это мне написали. Вот если сейчас сверну, и там будет какая-то хуйня, и я буду пилить ролик, пока, блядь, даже если мне кто-то будет писать, все. Ну я же, блядь, говорил хуйня. This is the grand conquering army! I've thrown feasts with more warriors! Our seething hordes will rip the flesh from your bodies! Bloody bits of your carcasses will be thrown into the air and fought over by ravenous beasts! Короче, он что-то говорит о расчлененке, что там, блядь, повырывает скелеты, блядь, с наших тел, блядь, потом раскидают везде, блядь, где только возможно, типа, и он не видит у нас армию, короче. We charge when you command! Anybody get all that? I got distracted thinking about what I'm gonna do to him! Мне кажется, вот сейчас, когда Талион поднял меч, он сказал fall back, типа отступайте. Ну хорошо, потом, ну, я. Хорошо. So Ellie just summoned a Caragor, which will help her get up and over these walls a lot quicker. We already saw the poison pouring out of it. So that's gonna be an issue. О, они сбивают Скорогоров. Чё он просто ходит? Он не помогает драться, блядь. Дерись. Подожди. Он, блядь, здесь один на точке? Насколько это ж бомжарская крепость. Хорошо, давай чуть-чуть скручу, потому что я не до конца уверен, что меня слышно. Надо будет потом протестить, заебался уже. Воу. Так просто ему поебал удар. One of our war chiefs just died while destroying a wall.
Он, блядь, стоит перед ним, нахуй, кидал молоток. Бля, там капитаны подыхают за спиной. Наши олакаи умирают, а ей похуй. Ну помоги же ему, блядь, там 25-й сдох. Это гениально, блядь. Alright, we can capture this victory point. But there's still a large ship we have to deal with. So by breaking him down, it meant that the icon over his head turned green. What that means is we can now dominate him. Бля, мне кого-то напоминает. This is how you build your army. By identifying these captains, figuring out who you want, dominating them, and then bringing them over to your side. We're early enough in this fight, so I think... Из мультика какого-то, блядь. Лунтик, блядь, в натуре. Это ж, блядь, Лунтик. Только немного, блядь, модифицирован. Это 2017 Лунтик. And he'll fight for us the rest of the way. In some drunken stupor, apparently. With oils and other crystals. Alright, so we've taken the first victory point. Our troops are heading to the next one. Сзади истекает, ну ладно, хорошо. И со всей армии у нее осталось всего два человека. Инвалид, блядь, просто инвалид. Хотя вот этот парень с огнеметом чего только стоит. Просто вообще. Гля. Бля. Он еще и с огненным оружием ходит. А как оно горит, интересно? Там типа бензин налит или смола? Ну как оно может долго гореть, по идее? Оно же догорает до металла и все. Не знаю, там, наверное, жидкость какая-то долго пропитана, типа оружие. И получается горит. Не, не бери этот лут, это ж дерьмо. А, это гемка. Это белая гемка, по-моему, да. Полюбасу. Да. А что делает белые? Я, блядь, забыл. Я делал видео. Weapon... Так, почитаем. Increase chance that enemies by weapon drop. Типа увеличен дроп. А, и повышение хп. О, этого опыта. Я понял, просто прокачивает получаемые предметы. Охуеть, капитаны получают один уровень, когда зарекручены. Это такая типа прокачка. Воу. Воу. А, то есть определенную. Я понял, то есть не все три бонуса, а одно. Он сказал, один бонус из тех трех. Там подсвечено белым. Ладно, я тупанул. Хорошо. Нахуя здесь-то его использовать? Здесь никого нету, не капитан. А что это значит, типа, когда Келимбрибор вот так вот махается и раздюпывается? Он типа... Всех вокруг мочит или только одного? Я не понимаю. Походу всех вокруг. О, а здесь капитан был? Как я его не заметил? Все, блять, наши челы опять попадали. Там этот катапульта. Уйди. Стоп, а он же поднят, блядь, там забаговалось, походу. Там полностью кружок поднятия. Он полный. Убейте его! Фин
danger. Ножи торчат. We barely started to fight. That guy has poison. Почему его никто не бьет? Слава богу. Откуда столько урона влетает? Лучников, блядь, или что? So by capturing all three points, it opens up the overlord layer. We got a couple guys who want to revive. Oh, we couldn't get to him. Пиздец. То есть, то есть, блядь, он все это время, вот тот чел за стеной истекал кровью, все это время, блядь? Там что, типа, не один раз он истекает кровью, то есть там три раза или что? Как он, блядь, как он дотянул вообще столько времени? So here's the Overlord lair. The Overlord has worked his way up through the ranks of all of the orc culture. And in doing so, his strengths and weaknesses and his traits... Походу, забаговалось не видеть нам сегодня Оверлорда. Туда надо пешком заходить, типа бафов. Я понял. ...as he has worked his way up through those ranks. So every time you enter an Overlord lair, depending on how you have played the game, these guys are going to be different, and they're going to fight differently. Короче, говорит, что типа... Как ты играешь в игру, и так меняются типа оверлорды. Ну типа, в зависимости от того, как ты играешь в игру, будет зависеть вот эта типа оверлордская крепость. У него классное оружие, оно еще как вот дымом, типа мистический, блядь, темный типа артефакт, знаете. Вообще хочу, чтобы вот они добавили в игру скины, то есть они будут, я уже вижу, потому что можно менять броню. Я хочу, чтобы они добавили скин Талиона, вот, не знаю, голдовая версия, серебряная версия, куда угодно. Чтобы был скин проклятого Талиона, вот когда тебя оружием бьют, и у тебя типа вены под глазами, и у тебя глаза красные. Это клево, мне понравилось, в натуре, мне нравится такой скин, я хочу, чтобы он был. So this guy has a cursed weapon. А, у него отравленное оружие. So that cursed weapon, when it hits us, is gonna reduce our ability to use our elven, all of our elven abilities. Бля, он тупо спавнится. Ну, это альфа, ну бывает. Хотя, мне кажется, в релизной версии тоже такое может быть, потому что, типа, не всегда получается, чтобы... игра продумывала, типа, камеру сзади, да, чтобы он сзади выходил, то есть, чтобы ты не видел, откуда он появляется. А чё всё проклято? А, ну, типа, как Overlord, это да. Иногда Карагор нагибает, иногда его просто с одной пушки вырубает. Ну, как получается, короче. Меня бесит, он почему сейчас просто ходит, он не бьет, он просто ходит. И не продуман, он не атакует. Или атакует. Нет, не атакует, он просто ползает. Сзади и все. Может, в альфе не предназначено, типа, чтобы он помогал тебе драться с оверлордом, я не знаю. Он просто ползает, смотри. А во, атакует. Ну и сдох сразу. Ну охуенно, один удар за все попал. Он только говорит, это действительно эпично, да, вы же мне верите, эпично. На моем лице нет эмоций, но, блять, это эпично, да. So you guys, thank you very much for coming to the presentation. Sorry we couldn't get through it all, but they're all different all the time. Ellie, thank you very much. Чего? Have a great day at E3. Please exit this way. Все? Бля, лол. Типа время закончилось? Че лагает трейлер? Он лагает, это не из-за компа, он лагает. Но теперь не лагает.
я хочу, чтобы не знаю как, ну хоть на одной миссии как-то по скрипту, но взять хотя бы одного Назгула себе в эти, в наемники, это было классно. Адлар. Please welcome your host for Shadow of War, Phil. Ну, я не буду как бы вам стрим, да, вот сейчас весь переводить. Они просто базарили ни о чем, о игре, типа, вопросы были. Просто реально, единственное, из-за чего можно смотреть, это выключить звук и смотреть на этих ребят по сторонам. Лариго. What is up, everybody? How you doing? Если бы они еще нашли какого-то амбала жирного, так, под 500 тонн, блять, можно было бы запилить Олохая косплей. Ля-ля. Welcome back to day 2 of E3, everyone. I'm your host for Shadow of War, Phil Arrigo. Make sure you tweet at Shadow of War Game with all your questions while the show's going on, and they may get read right here. People are already tweeting, so let's kick it over to TJ Smith to see what they're saying. TJ! Thanks so much, Phil. Yeah, we're here in front of the Fire Drake. Oh, Phil! Yes! Oh, I can read the Earthman language! Walk time? Yes! Walk time! We'll read the tweet! Read it! At Scott Porter! First thing I had to get hands on... Нихуя себе, о чём мне PlayStation Asia пишет? Ну хорошо, здесь просто... Let them out of... Just please down. Please down. Типа отпусти их, right. Пожалуйста, отпусти, просто отпусти их, пускай идут. Guys, unfortunately, that's all the time we have for today. Thanks so much, Troy Baker. Вы посмотрите это все. Бля, ну хорошо, ребят. Сейчас я этого точно делать не буду в этом видео. Просто если вам это интересно, напишите. Я переведу вот эту часть, где они пиздели просто. Просто сел. Even you, when it comes to everything Middle-earth Shadows of War. Tomorrow we will be taking a special look at the orcs of Shadow of War. Hey, so there's some motivation not to murder me today. Motivация, да. If we take your life. Yeah, but I feel like we kind of have a good rapport, and given the Nemesis system, I... Its fall and transformation into Minas Morgul, the Tower of the Witch King. And I watched it. В общем, если вам интересно, то я эту хуйню переведу. Can really add up. О боже, тут дохуя, оказывается. Guy, think... Это типа мне кто-то в ВК добавился? Блять, я обещал себе, что я не буду сворачивать. Ну хорошо, один раз. Блять, и почему постоянно, когда я сворачиваю, я попадаю на одну хуйню? Чё тут я закончил? Ах да, я мотал к следующей... конференции. А, не звук фиксит. Точно, я забыл, там же звук слетал. Там же программисты на стриме сидят. А в Америке разрешено, типа, чтобы там эти китайцы жили? Мне просто интересно. Наверное, да. Там же, типа, свободная страна. Хотя там не любят иммигрантов, потому что там, типа, Трамп стал президентом. Блять, опять ВК. Там опять хуйня какая-то! Нет, пожалуйста, я не хочу сворачивать! Ну да, я говорю, разбираются пока с проблемами. Я просто вижу, вот смотрите, где проходит E3? Ну где-то в Лос-Анджелесе, да, где-то так, ну типа Нью-Йорк, ну где-то центральная, да, Америка получается. Я просто так смотрю, там негры, ну негры, хорошо, негры это понятно, но китайцы-то нахуя. Вот это китаец, толка китаец. А есть какая-то типа, блядь, типа VIP-ложа? Просто интересно. Ну типа VIP-ложа где-то здесь есть, там типа сверху, я не знаю. Я понимаю, что это типа E3, какая VIP-ложа, но... Не знаю, типа... Вот если я крутой ютубер, да, у меня там 9 миллионов, ну как типа...
IGN, у них же должно быть где-то специальное, то есть место там типа для прессы, да, они там где-то спереди сидят внизу и смотрят, то есть доступ. Center speaker hardware malfunction. Streaming, but whatever. We're good with it. Of Middle Earth: Shadow of War will be monitored for unauthorized recording. By attending, you agree not to use any audio or video recording devices, including mobile. Это, блядь, как в кинотеатрах, типа, нельзя снимать, блядь. Ну нахуй, я не хочу смотреть. These are all great things. My name is Matt Allen. I am here with Ellie Knapp. And today we are going to be able to present to you Shadow. Он говорит постоянно имя тёлки и показывает куда-то в пол. Она умерла? War. Yeah. Hell yeah. We're on stream, so you guys may as well make some noise, even if you're bored off your asses. Yeah, perfect. Excellent. You won't be bored though. Типа создайте какой-то звук, что вам круто, даже если типа вам не интересно. Ellie is awesome. Типа чтобы на стриме люди поняли, да, что игра будет клёвая. И вот это лицо прям, ну, 10 из 10. Let's jump in. Shadow War is an open world third person RPG. Я хочу, чтобы мне дали мне поиграть прямо сейчас. Вот прямо сейчас. But more importantly to us, it is the sequel to Shadow War. Я вам раскручу так эту игру, что, блядь, у вас пол Украины, и я What the Nemesis system did is it made sure that every time you interacted with an orc, and every time that orc interacted with other orcs, it changed, and it updated. And so your playthrough was different than your playthrough was different. Бля, у него фразы заученные. Блять, у меня галюны, я чё, блять, я сейчас в какой-то петле времени, блять, Доктора Стрэнджа? Он говорит одни и те же фразы. Everyone who played that Shadow of Mordor had a different game. And what we've done with Shadow of War is we've greatly expanded. Не, это было в начале. Я точно не заглючил. But also, are we off? We're no longer streaming. Oh, we're still streaming. It's just not red. Sweet. But also, we've also expanded that a bunch of different axes along the orcs. But we use war chiefs to get to Agra. Раз ты такой, блядь, интересный, у тебя нету своей воли, чтобы поинтереснее рассказать. That is epic. So each of these war chiefs has strengths. Traits, they're gonna bring stuff to this fight, and they're как интересно получается белый. О! Этот крысарий, во. Redback. Просто. The fortress. Ну, правда, у него был не такой шлем. Бля, это совершенно не подходит такой шлем к костям. So in this case, белый лохай вообще. Что это значит? Что значит вот этот кружок? So each of the guys with the blue skulls at the bottom этот хорош. These are members of our army. We've spent time in the open world tracking them, identifying who we want to fight alongside us, and then dominating them. And these guys will be able to bring into this fort assault and help us take down half-naked Agbar. All right. А зря, а чё они садятся? Мне нравится, когда они в полном росте. Ну, типа, хотя да, карта тогда была бы больше. Should we start the fort assault? Давай начнем. Давай. Still, я посмотрю. Мне даже хочется. Не, мне в принципе не надоедает. В натуре. То есть, я понимаю, что многим, да, вот, на моем канале наебалось уже. И меня, честно говоря, уже подзаебало. Типа, крепость. Ну, ребят, я так себе подумал. Ну, типа, это же лучше, чем ничего, верно? Как бы, пускай я буду смотреть на одно и то же, но зато я буду, как бы... Ну, как на одно и то же, все-таки капитаны разные, да? Ну, все равно, как бы, прикольно, делать-то нехуй. Там, типа... Бля, со стен огонь падает. Это как в геймплее первом. The next war chief is bringing in savages. These are the dual. Кстати, в геймплее, типа, там же, когда ты подходил к стене, на каждом уровне, типа, тебя встречал капитан на стене, и, типа, он что-то тебе говорил. А здесь такого нету. Может, это был квест? Может быть. А может, какая-то заскриптованная крепость одноразовая, ну, типа... Или капитаны заскриптованные, которые на нас обижались. Не знаю. Давай, Грава. Не, дракон хуйня. На самом деле его не видно, он где-то летает, он кого-то пиздит. Нахуя он нужен? Я вообще жалею, что не добавили вот этих... Как вы, ну, блядь, типа, осадных зверей, потому что, ну, много инвалидов, которые будут только ими страдать. В натуре так бесит, когда она залезает с самого начала на свою катапульту, и пол боя просто проходит нахуй. Ты прибегаешь, и там уже кто-то блидится, кто-то умер.
Есть от меня эта хуйня? We are in a bad place. What do we want to do? Shall we get a random hierarchy? Аллахай, да, да. Stream, this is live, so sometimes we end up. Мне кажется, у того, который в красивой броне. Что? Что? There's our desktop, 4K greatness. Look at that. That's a whole lot of Italian. You can see basically deleting the save game. Что это такое? Get a random hierarchy. Игра вылетела? Love this. This is great. This is игра cool. Вылетела? You guys are seeing game dev as it's meant to be. Let's go to E3. Но зато мы увидим, как будет выглядеть загрузка игры. How many people watch that? Like 4,000, 5,000? Не будет всяких дебильных заставок. All right. So, а, это же альфа, блядь, точно, это ж не готовый продукт. Игра просто вылетела. Right, что бывает? С кем не бывает? Это ж ПК. Right, so Благо, что она вообще запустила 60 FPS. Уже будем радоваться этому. Давай по-быстрому, ты же... Стоп, что? Рогатый лорд. Какого хуя уже другая крепость? Это пранк какой-то? Что за бред? Да нет, видео не промоталось. Что за пранк? Кстати, заметьте, он сидит на альфа-карагоре, но когда ты приходишь к нему в крепость, там обычный карагор. Это тоже надо проделать. Тоже нужно продумать. Да иди ты нахуй, дисковое пространство, блядь. Грёбаная Windows 10. А, теперь их двое. Ну, заебись. Да, да, заебись. Угу. Что дальше будет? Он вообще один будет. Сила 105 против 161. Заебись, заебись. Так я и хочу играть. Лучше вообще там 56 против 100 или 200. Это клево. Гля, армии вообще нет. Просто там пару рядов. Stronghold. Oh my god. That's like a 50 point difference in level. Nice. Any sensible army would retreat and lick its wounds. But apparently, you came here because you're gluttons for punishment. Fine by us. We got a whole feast of punishment. All you can eat. The creatures of Mordor will soon descend upon you. They will strike terror in your hearts before they rip them out and devour them. The lads are ready to do or die, master. Короче, блять, он нереально кровожадный, он что-то там, блять, с пальцами связано. Там что-то про пальцев. Я люблю пальцы их, типа. As am I. Все худо. Чего? Это лучшее представление, ребят. Это лучшее представление. Вы хотите самую охуенную речь услышать, самую охуенную речь в своей жизни? Это просто лучшая речь капитана. Вообще. Просто лучшая. The lads are ready to do or die, master. As am I. Great killer. That more than makes up for everything. Пиздец, я сейчас сижу с таким охуевшим лицом. Forward, короче, типа вперед. Но я вижу улучшение, они теперь не застревают в Талионе на самом начале, это уже хорошо, да. Я вижу прогресс багов, там вся хуйня. Well, our forces are smaller, but we have talent. So Ellie's gonna он говорит, что типа у нас меньше войска, но у нас есть Талион. Awesome. So на самом деле у нас нет войска, это пара человек, которые там забухло сражаются. Смотрите, карта... Просто вкиньтесь, карта, блядь. На карте наших вообще нет. Просто их там два капитана и пару человек. Все. Вот все наши войска. Куда он побежал? А, он типа... Глянь, карагоры забагали вообще. Ну, бывает, альфа-версия. То чувство, когда он стоит прямо
2 метра от тебя, и ты не можешь слезть и ударить его вручную. Пиздец. Ну-ка, иди сюда. На самом деле, если взять джойстик, можно представлять, что ты играешь. Типа, добро пожаловать в нашу крепость, типа, блядь, эти... как их называют? Не набегуны? Блядь, подожди. Вот это вылетело слово, пиздец. Invaders это типа, ну как инопланетяне, вторженцы, да, ну типа вторженцы, получается, блять, я по-любому это слово просто вылетело из головы, типа добро пожаловать в нашу крепость, вторженцы, типа я сейчас вас типа окутываю огнем и вы типа сдохнете. Блять, как это слово называется, буду думать. Вторженцы. Нихуя себе он наносит урон. А, ну один, блять, 11-25 силы, о чем ты вообще? Их на грауге можно всех распиздить. И армии не надо. Булава классная, как у Саурона. Прикольно, они умеют скидывать. Гля, он убил грауга. А он не прокачался, кстати, как был 22-й, так и остался. То есть за убийство зверей теперь они не качаются, как в первой части. А наших никого нет. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Там стена сломалась, походу. Это с первой части. Там слева чел. Сзади. Он уже бьет. Он бьет! Тупая пизда. So by breaking him down, the icon above his head has turned green, and we can now use the new ring to dominate him. Не надо. You're in the open world, this is how you build your army. Хотя... You identify the Uruks that you want to have in your army, fight them, break them down, dominate them, and then in this case... Все понятно, у него все фразы заученные, типа... Because we don't have very many war chiefs, it's gonna be a good idea to recruit as many as possible. Ну, зато армию прокачал, типа. Гля-гля-гля-гля-гля! Он просто его задушил и выкинул, блядь. Просто задушил и выкинул. Он напрыгнул, задушил и выкинул. Охуенно. Сломал шею просто. Кстати, это добивание тоже скоро. Ну, вот это типа, что он его перепрыгнул, сальтами отрубил голову. Не знаю, нахуя я это говорю. Что-то как-то хочется даже. О, понятно, куда вся армия делась, они все здесь дрочат. О, у него этот иммунитет к добиванию, у лучника. Вот так всегда. Просто вот так всегда. То есть получается, не только мы теперь не можем сделать ему добивание, а получается и уруки тоже. Играш, они же сказали, что типа влияет и на наших теперь тоже. Сзади пьет. А, он в оглушении. Он 12 силы стоит. Да его убить, базара нет. Заклеймить лучше. So, you have a foot in the door. Now we'll cut that foot off and shove it down your throat. Ну, давайте захват, пожалуйста. Рука сквозь... Ну ладно. Ау. Все, хп, нету хп. Как он жив? Как она жива? Хотя там есть зеленая, по-моему. Да, да, было, да, да. Что происходит? А, это казнь была типа. Я думал, она это. А можно включить режим кольца? С неполным фокусом, просто интересно. Что у него с носом? Там дыра просто. Там черная дыра, там ничего нету, внутренности нет вообще. Черная дыра. Defying. No last chance for him.
But this actually may give us a cool opportunity to take him. Он, кстати, типа отбился, то есть. Бля, со всех сторон стрелы летают, пиздец. Too much damage. Oh, сгорел, короче. You're blowing too much stuff up, Ellie. Let's get some help. Меня волнует, почему они так редко делают захваты. Хотя нет особых врагов на самом деле. Вот там что-то происходит. Да. Стоп, наш умер? Как? Хотя вот на самом деле, вот эта ситуация мне понятна. То есть 22 висит 12, это понятно. То есть плюс он иммунитет к экзекьюшенам имеет. Давайте еще раз это посмотрим. Мне даже как-то понравилось, на самом деле. You're blowing too much stuff up, Ellie. Там плащ какой-то с капюшоном. Let's get some help. Like walking medkits. The ring allows us. Не, ну здесь понятно, да, то есть. Drain their essence and use them as help, basically walking health kits. Хотя у него, у нашего полка половина, ну, полное ХП. Он просто в него стреляет, такой уворачивается и снова стреляет. Дюш! И сдох. Хотя мы его только заклеймили, так что особо не дал. А теперь мы его убьем. Хотя нет, блять, он же этот. Да ладно, и этот уже близится. Это все потому, что наверху есть граунд. Где-то на крепости там, вверху. Вот его, кстати, бы стоило заклеймить, если он такой крутой. Он, блядь, с арбалета в упор Олохая запиздил, о чем речь? В упор. So we're reviving our guys. If we were to leave them to bleed out, that would greatly reduce their loyalty to us. Там сзади кто-то истекает. They may actually then break with our team. But by reviving him, he'll remember that as part of his nemesis. Получается, грауги наверху, да, они сдаются и просто все пропадают, то есть просто. So in Shadow War we greatly updated and added a whole new gear and loot system. In this case we got an epic piece of armor, Rohirrim armor from Tuca the Murderer. Рохиримская броня. Changed how we looked, but more importantly it added to our health. And it actually gave us an unlock challenge, which will even upgrade it further. So you're really able to. 11 выстрелов возрождается при убийстве капитана. Да, я же говорил, грауги пропадают. А сзади просто чел умирает, и похуй. 21. Как бы неплохо. И просто она его кинула. Хотя и похуй. У меня каждый раз новые челы. Так что... Нет смысла привязываться к определенному, да, капитану. Это я помню, первый Shadow of Mordor, помню, проходил какое-то сохранение, и типа... Все было так хорошо. Привязался к одному капитану. А потом его убил капитан. Пускай пиздит, короче. А потом его убил капитан. Причем у моего было полностью прокачано, он был 20 сил против... О, Альфа Крагор. А у моего капитана было 20 силы, а у врага было 9. И он был копейщиком, а мой капитан был берсерком. И получается... Он... Мой капитан был нереально крут, он был кровожадный, его никто не мог убить. Но потом что-то пошло не так, и игра решила заскриптовать врага. То есть, ну, знаете, в первой части у копейщиков есть такая атака. Я же за боем слежу, я же наблюдаю. Мне доставляет удовольствие смотреть, вот реально, как уруки убивают друг друга. Они так это клево делают, там, всякими захватами. И, короче, я смотрю, я готов в любой момент нажать на правую кнопку мыши, замедлить время, выстрелить и сбить захват, да? Ну, типа, чтобы они махались дальше. Ну, если только это не мой делает, я хитрожопый, да. И, короче, что-то произошло, и у копейщиков в первой части есть такое охуенное, в кавычках, добивание. Он, типа,
блокирует, получается, удар и протыкает живот. И все. И ты просто физически не успеваешь. Там все это происходит за доли секунды. Он буквально отбивает удар и сразу же протыкает живот. И все это проходит, ну, вообще, за доли секунды. Я не успел нажать, и я просто смотрю, такая картина, типа, пишется, что 9 убил, типа, 20, и он, типа, прокачался. И я такой смотрю, блядь, сука! Я хотел Alt F4 нажать, но я же знаю, что это не поможет. И... бля, как я просто орал, просто боль такая. Я с ним столько прошел, часов 500, вот реально, вот, часов 500 с ним намотал, и он сдох. Я пытался даже игру как-то переоткатить. В интернете начал гуглить всякие читы, типа, чтобы откатить сохраненки. Пиздец. Альфа Карагор так быстро слился. Прям пиздец быстро. Ау! Прикольно, прикольно. Боже, какая она тупая, на второй раз прыгает на того же. Shadow Dominate надо ездить. О, пошла жара. Всем люля, короче, раздает. Оно всех зацепает, короче. Всех вокруг. 32 хита. Он должен ловить такой урон, блядь. Он просто не выдержит. А, у него уже хп нету. О чем речь? Она хочет его заклеймить, но у нее нету. Он сейчас побежит и станет за кресло, где его нельзя будет вытащить. И вот она его решила убить просто. Да, я умный, я знаю. Она не может дать ему убежать, потому что он спрячется. Все. Стоп, там есть выход. Это что-то новенькое, обычно не за креслом нету. Она же уже мертв. Он уже мертв, там нет хп. Кто-нибудь видит у него хп? Как в Dark Souls, и там типа... Что? Что? Притяжение? Shadow Pull? Типа... Теневое... Притяжение? Что? Это как в Наруто, типа... Universal Pull у Пейна, типа... Да нету хп! Как он живой? Хватит уже, блядь, отдыхай. Ай, блядь, это такой был прикольный. На самом деле, если бы у него была броня, ну, еще вот эта его броня клевая на животе, было бы клево. Стоп, что такое? That speed running right there, that was awesome. We're done. We're done on stream, so now you guys can do whatever the hell you want and the internet won't know. Наконец-то, блять, какие-то эмоции были. While we feast in victory, they quake in fear. And they know. Да, и это, блядь, фразу повторяется, короче, я уже и выучил. Are we coming for them? That we are coming for them. Все, короче, понятно, можно проматывать. О. Охуенно промотал, на самом деле. Сразу на Оверлорда попал. Вот этот самый клёвый, на самом деле, вот это наличка в Оверлорде. Awesome, guys. Well, we went a little bit over, but thank you very much for hanging out for this presentation. Hopefully, it was worth the hour in line. We appreciate it. Have a great E3. Спасибо за час презентации. Надеемся, вам понравилось, короче. And walk out this way. That's the way. Да, выход в этой стороне.
Ну вот, в принципе, это такое же самое расписание мне пришло и на почту. Типа для тех, кто... Че, все? Да ну, там еще 30 минут, блядь, вот расписание будет висеть? Нет, нет. Опять нервы. Лысый причем. Опять нервы. Бля, я расист, и мне нельзя смотреть такие стримы. Ну. Опять лысый. Я снип, что ли? Не, не снип. Alright, we're gonna do the legalese while they keep getting more folks in. Yes, they are. Ellie specifically is awesome. То есть у него охуенная работа, он каждые полтора часа говорит одно и то же. Awesome! Introduce not in that way, come on! А что ему сказали, типа? Yeah, it's not right. All right, we're going to do the legalese while they keep getting more folks in. Yes, they are. Ellie specifically is awesome. Что он сказал? Ну хорошо. Сейчас крутану на полную, меня не будет слышно. Но я постараюсь разобрать, что крикнули из толпы. That's not right. All right, we're going to do the legalese while they keep getting more folks in. Yes, they are. Your gamers are awesome. Ну, типа, не дебилы играют. И он говорит, да. Ellie specifically is awesome. Типа, она очень крута. Все понятно, я понял. Все, я понял. Проматываем это говно, мы это видели. And the time between the Lord of the Rings, or the Fellowship of the Hobbit and the Fellowship of the Rings. But more importantly for us, it's the sequel to Shadow of Mordor. And in Shadow of Mordor, we debuted the Nemesis. А, я думал, что трахается. Я думал, у меня порнуха на фоне включилась. Ну ладно. System. And what the Nemesis system was, is that it meant that each orc that you interacted with had a chance to become something unique так, стоп, to your gameplay based on those interactions. And the more of them you interacted with, and the more they interacted with each other, changed your gameplay. So everyone who played through Shadow of Mordor had a different set of nemesis. Nemesi. Nemesis? Nemeso? Whatever. One of those things. You know what I mean? A bunch of different orcs that they were all yours. Крепость машина. In Shadow of Mordor, we have greatly expanded that. Not just with the orcs, but now those interactions actually also change the environment. So let's jump in. Я их буду просто называть... Племя механиков. Охуенно звучит. Beating heart of the Nemesis system. The army screen. And at the top here, you see where our goal for today is to try to take out the Overlord. And in this case, it's Skak the Swordsmith. He is the Overlord of this region. And he has built up a series of defenses to keep us out of his fortress. Not only does that include a strengthened fortress, but it also includes a number of war chiefs and captains and bodyguards. And each of these war chiefs, we're going to have to go through them to get to the Overlord. And each of them is pretty tough. In the original game, these guys were actually bosses. And now we have to deal with three of them. Luckily, though, the power of the new ring has allowed us Блять, смородина в зубах застряла, пиздец. And to do that, each of those guys with blue skulls, they're members of our army. We've spent time in the open world, identifying. Вот это племя мистик самое красивое, у них такая броня из черепов клевая. На самом деле мне больше нравится броня этого крысария, она такая клевая. В первой части я особо таких тащился просто. Не, выбирай самого сильного, что ты выбрала? Какой-то, блядь, этот йети. Он этот дикий берсерк. Феррал это дикий. Феррал берсеркер, типа дикий берсерк. У него, наверное, стая караворов. Я угадал? Хотя не, это у бестмастеров. А что у него? В натуре он реально йети. Смотрите, у него даже глаза, как у Саурона. Вот это типа знак Саурона на карте, это его глаза, смотрите. Вот в натуре уменьшенная копия. Бля, он такой красивый, на самом деле. Да. Архису. Погнали, короче. Одна и та же крепость, но она мне надоедает, да. Мистик Олхай, 10 из 10. That's gonna be pretty tough. On the left hand side, we have our army.
And this, these are basically our orcs that we're able to bring in. Курс это мистик берсеркер. Skak's army. And Skak has brought in with him all of his war chiefs, and each of his war chiefs and Skak himself bring some upgrades to the fortress. In this case, Skak has upgraded the walls to be stone walls. Ну хорошо, хорошо, давайте мы с вами это промотаем, так как мы с вами это видели. Давайте сразу ассаут и все. Потому как, ну блять, слушать одно и то же, это как-то, блять, я будто дежавю какое-то чувство. Охуеть, он классный, блядь! The way I hear it, you've been having some trouble with that! You are wading into the fire! Not the fire of battle, but the terrible roar of forges stoked by soot-stained bellows! It will consume you all! The searing inferno of industry, burning you to nothing! 10 из 10. Короче, он говорит, что я слышал, ты пытаешься захватывать форты, но у тебя с этим проблемы, поэтому, типа, я тебе покажу пламя битвы. Это, оно нахлынет тебя как инферно. Пиздец, он охуенен, блядь, ребята. Просто поставьте на паузу раньше немножко, на секунду. И просто посмотрите на его лицо, блядь, он такой. У них трещины идут, они будто все воскрешены, знаете, или обезвоженные. Типа Attack the Fortress. А я думал, Олокхай приводит Олокхаев, Уруки приводят Уруков. Ну, я сначала думал так, когда еще не знал о игре. Элли can approach this however she wants. Each of our troop types will approach it separately, trying to hit certain goals. О, грау. This Warbrog originally would try to break down the walls. Are you gonna try to break those on your doors? Так они железные. Говорили, что они железные. Хотя Грауку должен сломать, это ж не Олокхай. Не, стоп, так пускай, надо было ломать. А можно изнутри открыть или сломать? Бум. 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 Охуеть, Парагор летает. Он сдох! Парагор сдох! Вармургер танк. Вармонгеры не позируются на бою. Ну вот он так легко сдох. Там сзади наш сдох. А мы можем захватывать руны животного? Нихуя себе, ребята, это все. Это игра, блять, гол. Это все, это Game of the Year. Это 12 из 10 Антонов Логвина. Все. Это просто the best of the best. So basically, she just picked up. Did you grab? Yeah. So you grabbed a. Did you grab a bow? Right. So by killing, that's an incredible bow. That's why you picked. Чего? Пиздец. Did up so fast. So one of the things we've done in Shadow of War. Заряженные выстрелы проходят сквозь врагов. То есть стреляешь одному в голову, и если сзади кто-то есть, он. Браво, браво, браво. Браво, браво. Плюс 48. Ничего себе атака, блядь. Золотые монеты, да, ты прав. Ну, там парень, который новый на канал. Действительно, это может быть какой-то... Ну, не донат, а скорее как... Ну, хотя может быть и донат, то есть, типа, купи золотой сундук, там, получи кучу монет. Хотя не знаю, что они дают. Там, типа... Может получить уровень за эти монеты. Наверное, не знаю, не знаю, я не хочу в это влезать, не хочу сбивать вас с толку, чтобы потом вы написали, какой я дебил, типа, вот... или, типа, вот ты нам наврал, типа... Так что нет, не хочу в это влезать. Тогда узнаю, тогда и скажу. Если это будет еще актуально.
Там парень сдыхает, помогите ему кто-нибудь, блядь. Прямо перед тобой, дура. Кто это вообще? Да похуй. 25 силы, это, блядь, ни на дороге не валяет. He'll be more likely to help us later on in the game because of that. Don't let him through! Он, смотри, она его подняла, и он сразу первым побежал. Ну, блядь, благодарность просто видна. Вау, классно запрыгнул. Хотя он уже, по идее, упал, но потом подпрыгнул и снова взлетел. А да там один капитан вражеский, что он тут делает, блядь? Его сейчас забьют. Его уже забили. Он уже сдох. Там 13 сил, о чем речь, блядь? The Blue. Это типа, знаете, как из Железного Человека, вот это третьего, первая начальная песня, типа I'm Blue, Double D, Baby, да? Классно, классно. So you see, our war chiefs have already taken over this victory point, and we can now capture it. Мне кажется, в этой крепости вообще нет капитанов, или они все дрочат на последней точке. Вообще никого нет. Просто вообще никого. Наши капитаны проходят как, блядь, свои, как дома. А, ну да, вон, там три капитана. Ну, естественно, один вождь и два бодигарда. Олохай уже вмешался в битву. Там варг, варг. Гарина. Глянь, ничего себе. А интересно, удар Олохая проходит щитовику прямо в этот щит или нет? Гля, гля, как он там чморится, блядь. Его булава там, ты шо, смотри. Сзади такой бой классный проходит. А, закрыть их. Смотри, как он его чморит, смотри, просто он его булавой. Но! Не прекращают, просто берсерк, блядь. Но! А, он уже сдох. Но! Блин, он мне нравится, я думал... Хотя, заметьте, другие Олохаи долго бьют, а этот быстро бьет, типа берсерк, походу. Он так, но! Просто клево. А он же в ярости, он хилится. Хотя, это не особо помогло. But you're about to learn how an overlord keeps his throne. Я бы убежал и посмотрел, как его казнят наши люди. А куда наши убежали? А, ну да, догонять оставшихся. А вот если бы... Я хочу, чтобы это пофиксили. Просто смотрите, здесь остался вражеский вождь. Наши поцаки точку захватили и убежали. Что это такое вообще? Минус 5, по-моему, да. Это, наверное, прокачивается рунами как-то. А можно взять Карагора и забежать на Карагоре туда? Ну, типа, этому. И почему она не призывает бодигарда? He has basically had a lot of interaction with you and the Nemesis system. So he is going to be unique for every single playthrough. So every Overlord player is going to be unique per playthrough. Опять он говорит, каждый Overlord типа уникален для каждого игрока. Да, да, хватит, ну хватит уже, я понимаю, что это твоя заученная фраза, но хватит. Scurries into my throne room like the rat he is. Без слов, просто без комментариев. Как Альфа Карагор так быстро сливается? Это Альфа, чувак. Иди нахер. Кого я призвал? О, наконец-то, кого? Кто это? Олохай. Заебись, понеслась. На. Минус вождь. Минус оверлорд на Карагоре. Мне кажется, его сейчас убьют. А он всех призвал. Она сейчас всех призвала. Гля, как он их чморит просто вообще. Заметьте, как Олохай капитан отличается от Олохая рекрута. Какой рост просто, пиздец.
Он еще и дышит льдом или что? Бум! Поднял за шкирку! Поднял за шкирку! Не выкинул! Я наблюдаю за ним, на самом деле, по большей части. Мне похуй на Талиону, я хочу посмотреть на капитана. Бум, блядь. Ах ты, сука, Mute Execution. Жаль. Ну, никого ж не осталось, получается, там пару врагов. И Оверлорд, Италия. То есть капитану не от чего умирать. Хотя он Гарагора убивает. А, они же спавнятся точно, они прибегают и прибегают, блядь. Голову, да. Да, он дышит льдом каким-то, блядь, или просто рычит. Куда он убегает? Зачем она погналась за ним? А вдруг сзади что-то интересное происходит? А я не вижу. А, он бегает за нами, ну да, прикольно. Карагор, да? Ну и все, последняя колба. Сейчас она... А, он же не возьмет точно. Может, наконец-то наш додумается казнить Оверлорда, хотя... Хотя он же не уязвим, по идее. Пожалуйста! Это было бы... Это был бы неплохой конец стрима, ну прошу! Но он не додумается, да. Бля, только не говори, что ты стоп. Талиан подгорает. У него нету хп. Там сзади что-то происходит. Бля, он кого-то поднял, Карагоров. Он поднял или Рекута, или Карагора. Нет, это был уровень. Он опять его поднимает. И опять опускает. Недоделана анимация, то есть. Он его поднимает и опускает. То есть, по идее, он должен... А, вот, все, он теперь его бросил. Она багует пока, багует. Бля, он такой сильный, пиздец. Ну все, сейчас Талион сгорит до смерти, типа. Хотя она спалила его раньше. Браво. Ну да, вот это потная битва, это видно. Хотя на самом деле я бы хотел, чтобы... Ну блин, как бы, чтобы наш капитан казнил... Ну хорошо, это я уже много хочу. Ну и чё на этот раз ты скажешь? We fought and suffered, but still we stand. There is a new power in Mordor. You! In the days ahead, we will fight other battles and claim other fortresses. But today, Mordor belongs to you. Your fortress is under attack. Mordor belongs to you. Mordor belongs to you. Mordor belongs to the Bright Lord. Not bad. Хорошая игра, правда. So by defeating the Overlord and capturing the fortress. We have actually taken this region from Sauron, so that's the Mordor map. We've turned this region blue, it's now ours. We've gotten some, and then our army picked up the rest of the runes that were dropped. But what's going to happen now is that Sauron's forces are going to want to take this region back. And they're basically going to attack this fortress in the same way that we just did, and try to take our guys down. Нет, Мистик, so in order to defend it, we're going to have to put in one of our war chiefs to be the new Overlord. Да, он заслужил. Он заслужил. Нет. Никакого бестмастера не будет. Sweet. Ну ты дура тупая, блин. Какая же ты мразь.
So your decisions have a lot of repercussions for the types of gameplay you're going to have in this region now. Plus, хотя now он получил повышение до вождя. Все равно. So sweet. Thank you very much, Ellie. Thank you guys very much. That is the. А вон она играет для лол. We appreciate it. Вон она сидит, я что-то сразу не увидел. Она сразу, она, блядь, нихуя себе там освещение. Инжастис, футболка Инжастис, Инжастис. Два. Да, да, такой негр, йо. Хиппи какой-то в шапке, блядь, ходит летом. Пиздец, я видел парочку в своем городе таких людей. Хорошо, еще одна крепость, и, по идее, все. На сегодня закончено. Хотя, может, и не закончено, но вряд ли что-то они еще дадут. Is that it had the Nemesis system. It was the debut of the army screen. And this is where you can see all of the bandits that are at a captain level or higher. Фу, блядь, какой он ужасный. Our goal here today is to take down Golem. Всегда интересно было, кто из первой части вообще, кому нравились вот эти поцаки с вот этими перышками в шлеме? Вот в натуре, кому, блядь, вообще, какому человеку, блядь, нравились такие орки? Уроки. He's built an army around his fortress. And in order to get to Gorm, we're going to have to go through this army. Что-то как-то много здесь капитанов различных. All of these or dominate all of these war chiefs. And there's three of them, and each of them have. Пока я не сильно разбираюсь вот этими меню внизу. Now the interesting thing is that Shadow War, each of these guys обязательно будет заклеймён. Хотя у него шлем дебильный, но вот смотрите, вот стоит Урук, да? Он вроде как и не капитан, но вроде как и не обычный Урук, потому что у него шлем какой-то и щитовики вот эти. Ну я не понимаю пока. Они типа хотят стать капитанами, то есть, ну пока непонятно. Ничего, вот выйдет еще хотя бы что-то. Или вообще, проще, когда самому сяду, буду играть, разберусь. Все равно будут какие-то гайды на канале, это обязательно. Гличи, я просто обожаю искать всякие заломанные штуки в игре. Я уже видел в игре один глич, они не пофиксили до сих пор, когда вытаскиваешь из щитовика душу, типа на Е, а потом начинаешь его бить, он ловит удар. То есть он не блокирует их щитом, он ловит удар. Вот это не пофиксили, пиздец, походу. Хотя это альфа. Все возможно. This is where you actually set up your army, which is on the left, and then on 152, the right, 152. You can actually identify what's going on within the defender's army. So these are your assault leaders, and over here is Golem's army. Each member of Golem's army, each of his war chiefs, brings something cool and unique to the fortress. Бля, ну я не in хочу this case, уходить. Golem has brought stone walls, мало ли, что тут начнется. Wood burned easily, and хотя ладно, break, хуй с этим, so that мы пока послушаем. The next war chief brought iron gates. We can't blow these things up, so we're not going through the front door. The third war chief, or the second war chief, brought savages. So their army is going to have a lot more of those dual wielding axe maniacs that just sort of head in and go crazy on you. The last war chief has brought fiery siege beasts. So these are the artillery that's going to be firing down on us while we actually try to attempt to take out the fortress. Luckily, each of our war chiefs allows us to bring in an upgrade. In this case, Ellie's brought in a wild drake. And because we have a special skill, if we can bring that drake down low enough in health, we can dominate him and then take him over onto our side. We're bringing in poisonous siege beasts, and for our augmented army, we're bringing in a bunch of defenders to try to fight against those savages. Last but not least, we're bringing in a number of Olag High to try to break down these walls. So we've sort of kitted ourselves out, we've seen what we're up against, we've updated our guys. Let's fight. Let's watch Ellie take this thing down. Get a good look at our army. See that awesome dude? О, нихуя, так я еще вовремя пришел. Я и нихуя даже не пропустил даже. Кто-то там громко дышит.
And that's what we have to take down. We heard that you lot did two things well. Retreat and defeat. Today we're going to dish out plenty of both. This fortress is impregnable. You might as well lay siege to Mount Doom. Your weapons will break upon our walls. And so will your bodies. What are we waiting for? Let's show these globs we mean business. And it is ugly. Вау, незабывающий. Незабываемый, точнее. Да естественно незабываемый. So каждый лохай охуенно будет. На самом деле тот, кто додумался добавить лохай в игру, просто нереально круто. Нереально круто. Молодец просто. So Ellie can take this on however she wants. We can see that their siege beasts are basically laying waste to a number of our guys, including a lot of our Olaugs. Они перелезают за стены, их не ломают, да. Но правда он бежит в стену, но хорошо. Это бывает, это бывает. У меня пару одногруппников также делают. Our goal here is to try to get these victory points. And in order to do that, we've got to get our army in here. Why do you have to attack this wall today? I had plans and you ruined them. Охуеть, блять. И убежал. Nice. So by terrifying him, we were able to dominate him. That was actually a shadow strike dominate, which is one of the skills. High level skills. We've done enough damage with that Balefire that we were able to use the new ring. Почему я уже я веду это шоу лучше, чем он? You identify the orc captains and war chiefs that you want to be in your army. Fight them for a bit, get them low enough in health, dominate them, and then bring them over to your army. And you can identify the guys that you want based on their skill set. А напомните, по-моему, во Властелине колец, когда Фродо надевал кольцо и хоббит, этот Бильбо, по-моему, время не замедлялось, по-моему, просто он становился невидимым и все. Хотя я могу ошибаться, я пересмотрю. Я вот, наверное, сейчас пойду сразу после этого, если ничего не найду больше про Shadow of War, пойду смотреть эти фильмы, пересмотрю. По-моему, оно не замедлялось. Хотя... Ологи сломали стену, охуенно. Они уже сломали этих граугов на стене. Дракон! Он кого-то взял! А, это был лучник. Это типа лучник был, забыли. So really, breaking down those defenses really helps in how fast you can get through these things. Стоп, а дракон же вражеский, он же сейчас может нашу армию победить. Лучше бы разобраться с ним, мне кажется. Вот это сейчас был нелепый прыжок, конечно, но ладно. Он кого-то... Что ты делаешь? Стреляй в эту, да! So by doing enough damage to him... We should be able to dominate him. Вот это сейчас вообще неловко, он просто не может улететь. Он сломался, все. Хотя нет, вроде улетает. Что это такое? Бля, там наши уже умирают. И почему наших так быстро рассматривают? Я просто не понимаю, не бомжишь как-то. А, ну да, здесь же все во вражеских юнитах. Я думал, здесь только капитаны на капитанах, а оказывается, так. Ну, нормально, нормально. Сойдет. Thanks for the
So by helping these guys out, they'll remember that. And that will be a part of their history. And they'll be more likely to help us out. Как же мне этого не хватало, вот этот Мэнфилд. Просто. Я помню в первой части, когда я учился играть, это были первые 10 часов игры, по-моему, да, я тогда еще истекал кровью, и, короче, получается, было мало ХП, и прибегали капитаны, потому как они, типа, чуяли мою кровь, вся хуйня, и вот это стою, дерусь с одним капитаном, и тут только, типа, Мэнфилд, я такой, окей, два капитана. Потом дерусь со вторым капитаном, третий приходит, такой, так, стоп, что? Гля. 22 против 13. Пиздец, блядь. Я даже не хочу рассказывать до конца свою историю. Но прибежал 4 капитана, и все они говорили Мэнфилд. А он его треснул головой, кстати, я видел. Он его треснул головой, поебал. Вот он бьет. Сейчас. А, щитом. Хорошо, хорошо. Блять, пиздец. Бред, блять. Может было мало ХП. А, багает еще, да? Бывает, бывает. Что такое? Execution now available. Писалось. Казнь открылась. Пиздец, что? Siege failed. We failed the siege, but we did take out one. Я в шоке. Позор просто, позор. Позор на стриме перед людьми. Дура тупая. Go back in. All right, let's do it. You're like, oh, well, maybe we could do the other one. That sounds pretty cool too. It is cool. Позор. But we like taking out war chiefs. Позор. Позор. Хэштег позор. Я создам его в комментариях. Просто пиздец. We definitely updated and improved a lot of the movement through the world, making it a little bit quicker and easier to navigate. Хэштег лучший игрок в Shadow of War. Same stuff happens, except now if you see on the right hand side, they're missing one of their war chiefs, which means that upgrade isn't going to be there, and that was fire spouts. So they will not have fire spouts. Оно заменяется, я понял. Да ну да, привести, блять, пауков, Грауга и дракона одновременно было бы как-то, ну как-то неловко. You can't even get revenge on Grogs. That's the worst part. You just gotta live with that. Как он вообще замочил Олахай? Ну, блядь, наверное, мало ХП было. Ну, блин, это так... Такая хуйня. 22. Против 13. We buried your dead. We braced the walls, and we sharpened our blades for another go round. Типа, зачем ты вернулся? Типа, я наточил свои клинки, и сейчас, короче, будешь опять огребать. Вот это классно, щиты типа на спине, вообще клёво. As we crush you beneath our boots. I'll be so happy when he's dead. Just say the word, and that fort will fall. Who are you? End of him. End of us fort immortal. It's either Stalker. These guys. They're just chilling outside or something.
Я сейчас заметил одну хуйню, но я лучше промолчу, а то у вас сломается психика. Да, да, я лучше промолчу. То есть вот так сразу, типа... Кстати, это даже очень клёво. Не надо с бомжами своими бегать, а просто кинул их и пошёл захватывать. Правда, они уже там умирают. Our troops are taking the first victory point for us. Да там кто-то умирает. Я уверен, это его вахал, просто уверен. Да отстань ты уже, ну. There we go. So we broke him down again, we're able to dominate him. Yep. So by doing this, well, we're taking the second war chief, and he's now ours. So he'll help us take this point a little bit faster. And you see in the background, point A is now ready to be captured. So the rest of our army has already started to move on to the second point. Ну ладно. Копейщики подохли. Кстати, я заметил, олохаи только забежали. Только-только. А когда она на точку прибежала. Пиздец. Позор. Охуеть. Сдохнуть, блять, от осадных зверей, которые стреляют в одну точку медленным снарядом. Просто как? Насколько нужно быть криворукой? О, блядь, бабы, просто эти бабы. В смысле нашего жди? Капитан, дебил. А не, да, вождь, вождь, вождь. Там один вождь. Здрасте. Вот тебя-то я и хотел заглянуть. Кстати, по-моему, он убил. А, нет, ну почти не так. По-моему, с огненным. Ну, так... А, переименован? Стоп, а какого хуя он стал таким? Мы чё, его как-то заразили, что ли? Фу, блядь, какой он урод в натуре. А мы его, наверное, да, мы его ядом, типа, из осадных орудий. So this is Elven Rage. Ellie got her wrath meter up super high and allows her to do Elven Rage, which does an insane amount of damage to a lot of guys. Ну пожалуйста, казните их, хоть один. О боже, дура тупая. Хотя у нее времени мало, да? Она же не может себе позволить смотреть за битвой. А он уже 14, он был 13, он убил нашего капитана и бустанулся. Ну и типа плюс он пережил осаду. Бейте его, вы двое, вас два улохая, одного. Вы чё? Бейте его! Отомстите за своего брата! О, молодец, да! Ну, правда, она захватила точку. Потому что у него мало времени. А он сдастся, по-моему. Он сядет на колени и будет держать руки за голову. Жаль, нельзя приказать своим этим казнить его. Это было бы очень плохо. We have a general idea because you're fighting orcs.
but his traits and abilities are based on how he's made his way up through the Nemesis system. So he's gonna, and he's already, he's got minds. He's gonna be different than any of the other fights we had today. Так, стоп. A lot of minds. Это мины? Yeah. Oh, you've made it all the way here, only to discover that you're outclassed. Frankly, you don't stand a chance against me. I'll be happy to prove you wrong. In exactly 3 minutes. Хотя до этого он был на альфа корабле. Oh, он сказал, что у них 3 минуты. He's got a fiery weapon. He's a defender. He's got mines. Пол ХП просто снесла себе дура такая. Не, за 3 минуты это хуета. Без прокачки, нет. Нет, нет, нет. Если она сейчас не соснёт. Я в шоке. Это, по-моему, капитан бросает. Бомжи не умеют. That's the heavy weapon, by the way. It's new to Shadow of War. Immune to execution. Oh boy. And of course they have shields, so that doesn't even damage them. Даже не дамажит, потому что у них щиты, говорит. Ну типа огонь вот этот. Меня бесит, что они прибегают еще. Хотя, это правильно, потому что потом было бы тупо один на один с этими, и он заснет. А так прибегают еще эти капитаны, ой, эти бомжи и сражаются. Минута 30. Не, она не успеет. Она его даже не по, до пол хп не задама. Она его вообще не бьет. Она сражается с бомжами. Не, она не успеет, все. Ну вот, а с этой высоты понятно, что не сдохнет. Oh. А он отдельно стоит, это его ошибка. Можно было бы просто подходить к нему, то есть отошел, использовал Shadow удар с тенью, отошел, использовал удар с тенью, то есть, типа, если не можешь его бить вручную, атакуй ударом из стены. У тебя тем более 10 стрел, этого хватит на 5 ударов из тени. Этого вполне достаточно, чтобы убить его, я думаю. Ну, если за каждый удар из тени забирается 2, если у меня не все так плохо с математикой, то... Публика аплодирует просто. Публика орёт. All right, stream. Thank you very much. Someday you'll get to see the end of this. I promise. It's super cool. But instead, have a good day. Wave goodbye to stream, guys. Пока. Бля, вот я когда сделаю себе заставку на канале. Наверное, вот эту хуйню обрежу, и, короче, они будут прощаться. Там даже мамка с сыном пришли. Only one conquest remains, and Mordor will be ours! Boom. Бля, ну у нас же есть кольцо. Я понимаю, что кольцо типа приводит... Типа, если дать его людям, то они сойдут с ума и, типа, станут назгулами, типа, из-за власти. Но, блядь, я так хочу, чтобы у меня были лихи, хоть один назгул, но свой. Это так классно. Их же, типа, нельзя убить, только бабы их могут убить. Ну, типа, то не мужа, ну, не мужи.
Типа они мужики. And we're gonna have to defend in this from forces attacking it in the same way we just did. Бля, это класс. А где Overlord, который... А, вот. And this is where it gets cool, because each of these guys is tribes. Можно посадить его же. The environment that we're in. And so depending on which tribe and what... Нет, я не хочу машину, пожалуйста. Нет, нет. Ну нет, хватит. So in this case we're gonna do a machine? Sweet. Понятно, блять. Все понятно. So Luga, this is also a great way to reward your guys, because they level up. Look, he just got some sweet ass new armor. That's awesome. So he's the... Стоп, а можно повышать... То есть, смотри, можно менять им броню? Кинул его на Оверлорда, он поменял броню, а ты вернул его обратно, но броня у него осталась. Но кажется, это так не работает, но я могу попробовать, когда игра выйдет. Хотя они могут пофиксить этот баг. Преследование доступно. Chase — это, по-моему, преследование. Элли Гуд, она бомж. О чем вы говорите? В общем, ребят, ебать, я даже не знаю, насколько затянулся этот ролик. Насколько? На, блядь, 2 часа! Ребят, если вам будет интересно, реально, я могу перевести вот этот отрывок, где они пиздят. Ну, вы как бы там... Я могу создать голосование, это хорошая идея. Голосование будет справа вверху. Нажмете и как бы проголосуете, да, нет. Если я найду еще что-то, то я скину, но я думаю, что скину чуть уже под вечерок, даже если что-то я найду сейчас. Потому что, ну, устал, да, хочется просто повтыкать, там, что-то поделать. Ну, как бы, собраться с мыслями, и тогда уже на свежую голову будем снова страдать этой хуйней. Но вообще, по-хорошему, я бы хотел увидеть, как они будут отхватывать у нас крепость. Но скорее это произойдет где-то в фоне, да, то есть мы где-то будем бегать. А потом нам скажут, типа, вот, на вашу крепость напали, и ее захватили, все. Хотя, может, будет и в реальном времени, типа, ты будешь защищать. Ну, в общем, ребята, будем на это все смотреть. Спасибо, кто досмотрел до этого момента, реально, вот, спасибо тебе, кто бы ты ни был. Даже если тебе не было интересно, спасибо тебе, что смотрел, потому что у тебя охуенная выдержка, чувак. 2 часа, прям, пиздец. Прям, ну ты будешь реальным начальником в офисе, я тебе говорю. В общем, всем спасибо. Если что найду, скину. Всем спасибо, всем пока.